Кобряковский цементный завод – передовое предприятие Сталинградской области. В дни, когда наша страна готовится к встрече июльского пленума Центрального комитета партии, здесь родилась хорошая инициатива – совмещать обязанности мастера смены и машиниста вращающихся печей. Предложил это мастер Степан Воронин, его поддержал Иван Пастухов. Этот почин подхватили и другие мастера. Чтобы повысить производительность труда, здесь внедряется много новшеств, и уже действует промышленная телеустановка. Главному диспетчеру теперь нетрудно заглянуть в самые отдаленные цехи завода. Себряковские цементники решили сделать свой завод предприятием коммунистического труда и дать к концу семилетки 100 000 тонн цемента сверх плана.